Фонд поколения Андрея Скотча вручил стипендии лучшим студентам области. Торжественная церемония прошла в МКЦ Белгородского государственного университета. С 2002 года на стипендиальную программу фонд выделил более 80 миллионов рублей. Все подробности у нашего корреспондента. Данная премия самая многочисленная в регионе. Начиная с 2002 года участниками стипендиальной программы стало около 3000 ребят. Им выплачено более 80 миллионов рублей из фонда поколения. Стипендия выплачивается вне зависимости от того, получают ли учащиеся другие стипендии или нет. Это приятный бонус за старания и успехи в учебе. Каждый третий житель Белгородчины – это молодой человек. И поддержка молодежи, пожалуй, одно из важнейших направлений фонда. Это молодежное движение, которое уже работает на протяжении многих лет на Белгородчине. Да и стипендия, которая сегодня охватывает все направления жизни каждого студента и помогает выбрать правильную стезю в жизни. В этот раз на почетное звание «Стать лучшим из лучших» претендовало более 400 представителей учебных заведений области. Каждый подавал заявку, рассказывал о своих достижениях. Вся информация была доступна в интернете на сайте «Лучший студент года». Фишка в том, что за любого кандидата можно было проголосовать посредством СМС, что и учитывалось при подведении итогов. Всего свои голоса за студентов, претендующих на стипендию, отдали 23 555 человек. Занимаюсь научно-исследовательской деятельностью, а также участвую в волонтерском движении «Волонтеры-медики». Оказываем помощь в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-просветительскую работу среди населения проводим. В результате лучших студентов выбрали в 15 номинациях. 15 учащихся получили стипендию первой степени – 15 тысяч рублей. И столько же студентов второй степени – 10 тысяч рублей. Как правило, это неиспорченные молодые люди, у которых еще все впереди, в том числе и какая-то философия собственная, в том числе и представление о добре и зле, о важном и неважном. Это люди, которые еще пока только открывают это пространство под названием «жизнь». Андрей Скотч напомнил, что размер стипендии с каждым годом увеличивается. В следующем году она станет еще больше – 20 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно. Также Андрей Владимирович пообещал присутствующим на церемонии «Акулам пера», что в этом году организует бал прессы с участием журналистов Белгородской области, куда нас всех заранее и пригласил. Виктор Апальков, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.